когда была операция на Мусакалу, вот в 88 году, это был январь-февраль, называлась она Юг-88. И вот когда шла наша колонна, вот Андрей Протопопов, вот, он был водитель наливника, и человек действительно вот, горящую машину вывел в сторону от колонны и действительно спас жизни многим ребятам. Это действительно подвиг. Он представлялся к ордену Красной Звезды. Вот. Вообще эта операция она была очень сложная, потому что этот район был очень сильно укрепленный. Там достаточно длительное время не принимали участие наши войска. И мне вот запомнился вот один эпизод, когда вот я в артиллерии служил, вот, гаубичная батарея. Когда вот мы получали цели, я вот услышал радиоперехват, и как нас просили поддержки огня. Это действительно вот в этом радиоперехвате вот было все. Это вот действительно люди были в очень сложном положении, и им была необходима действительно наша помощь, вот именно огневая помощь. И вот для меня до сих пор это вот в ушах, вот я вот помню, вот был февраль месяц, и был ливень, страшный ливень. Очень ограниченная видимость была, и все, такие сложные погодные условия. И вот этот голос, который просил нас помочь, поддержать, вот он до сих пор в голове. Помогли, да.